Ребят, всем доброе утро. Я только что проснулся, и обнова 0.25.0 уже вышла. Я захожу в эту обнову, чтобы ее обосрать. Ой, извиняюсь, шуточка. Короче, 0.25.0 вышла. Мне интересно все-таки, что же там добавили. Билд ведь ютуберам не дают. Хочу подискутировать, пообщаться насчет этой обновы. Сразу же пока куплю себе Battle Pass, пока она там будет качаться. Кстати, Battle Pass сделали как будто бы очень сильно дорогим. Помимо этого, я слышал то, что добавили функцию галочки в самом стендоффе. Мне интересно, дают ли ее ютуберам всем крупным, потому что я услышал то, что эту галочку дают только тем, кто подписывал контракт с Axelbolt. Если это так, то это вообще бредятина полная. Ну, я сейчас гружусь в обнову, сейчас посмотрим, что там. Ну, у меня, правда, она не грузится, как обычно. Стендовчик, топчик, дорогие друзья. Короче, сейчас, как прогрузится в обнову, я вернусь. Так, я уже зашел в эту обнову, мне дали Charming Fireburn, 5 на 5, это, короче, за звание. Так, дальше, ага, новый, сразить в динамичных дуэлях, так, понятно, окей, это все неинтересно, звание обновили, что тут, шестой сезон, окей, так, Battle Pass, давайте посмотрим Battle Pass, окей, коллаж, очень прикольный, красивый, да, Базару Зира, коллаж очень красивый, Юспик нереальный, Юсп я очень сильно люблю, Юсп очень красивый, М110, это все, нахер они Дигл добавили, нахрена вы добавили Дигл? SM10-14 так себе, М-ка тоже так себе. Так, дальше что тут, стикеры неинтересно, граффити, можно будет купить вот это граффити, когда выйдет на рынок, потому что она потом будет дорогим. О, чармик очень прикольный, вот этот аркана, типа котик с хвостиком, как Галадин. Это какое-то непонятное, это прикольное. Скорпиончик тоже прикольный, это для моих тиммейтов чисто. Аладдин, так, понятно. Ага. О, радио тоже прикольное, но оно будет мешаться, мне кажется. Это типа шейкер с водой. И новый ножичек. Ага. Так, новый ножичек. Что тут? Еще одни стикеры. Стикер змея. Кстати, переливается очень красиво. Прикольно. Остальное все говно. Вот это тоже прикольный, типа ему жарко, это тоже прикольный, скорпион с гранатой. Так, ну и чё, ножи, мне очень интересно ножи, мне остальное всё вообще насрать, ножи. Ой-ой-ой, вот этот очень красивый, золотой, типа как Керголд, он такой, знаете, без рукоятки, перешитая в бинт, это красиво. Этот тоже очень красивый, ну, раз, два, красивые, этот. Прикольный, но типа как будто бы какой-то броский. Этот черный, похож на стилет, который черный, Дамаскус, если не ошибаюсь. Да, ну это и есть фанк Дамаскус. Ну, как будто бы под черные перчатки. Это под розовый перчатки красивый тоже. И это, ну, не особо. Короче, раз, два, три, четыре ножа, очень прикольных. Дальше что тут в обнове? Сколько тут? 380 лулов. Чармик за последний левел, это вообще отмена. Достижение, всегда было все нормально. Сейчас сделали какое-то говно. И сам черепочек какой-то некрасивый. Дальше, что у нас по новым мапам? Создать лобби. Дун добавили, Дун. Сам ты Дун, Гандун. Так, выгнать из лобби. Ладно, давайте я сейчас попозже запущусь. Мне очень интересно насчет галочки. Короче, у меня, да. В игре добавили галочку. В игре добавили, видите, аккаунт подтвержден. В игре добавили галочку, но хотите прикол? То, что эту верификацию дают немногим. Дают только тем, у кого есть подписка с Axelbolt. Те, кто подписан на контракте со штрафом в 50 тысяч долларов, видимо, только те имеют право получить такую верификацию. То, что любой популярный ютубер может иметь эту верификацию для того, чтобы его подписчиков не скамили фейковые нави-тренеры, фейковые тиктаки, фейковые обованы. Нафига эта подписка? Знаете, с какой целью они добавили, видимо, для того, чтобы каких-то ютуберов завлечь этой верификацией? Ну, это бред. Я хочу, чтобы вы написали админам, чтобы они выдали всем эту верификацию, потому что я не могу, конечно, приложить тот скриншот с перепиской, который мне скинули, но один из ютуберов писал админу, комьюнити менеджеру насчет верификации, можно ли ее получить, и на что комьюнити менеджер ответил
выдается верификация только тем, кто сотрудничает со студией. Это что за бред? Верификация дается ютуберу, чтобы игроки не скамились за счет фейковых аккаунтов. Ну, типа, ну, аккаунт подтвержден. Ну, типа, мне, честно, насрать на этот аккаунт подтвержден. Но он должен быть как будто бы у всех. Ну, потому что, ну, что за бред? Так, рынок. Я слышал еще кое-какую секретную информацию. То, что там добавили какой-то нафиг дигл. И причем не просто дигл, а из Nameless нахрен коллекс. Сейчас я... Так, подождите. Desert Eagle. Это что за херня? Это чё за говно? Какой нахер золотой дигл в Nameless коллекции? 291 тысяча в закупе. Это чё за говно, придурки? Это чё за нахрен херня? Вы чё, тупоголовые? Какой нахер дигл вы доб... Не, это бред. Ну, реально. Ну, чё это за говно? Это что? Это... Ладно. Не, я... Верификацию не добавили. Мне, кстати, интересно. А, ну вот тут вот, кстати, у меня функция ютубера есть. Вскрывать аватарки незнакомых игроков. Но верификацию не добавили. Дигл говняный добавили. Новую мапу я сейчас заценю. Надо купить Battle Pass. Мне интересно, какой же мне ножик выпадет. Давайте я куплю Battle Pass. Очень дорогой, кстати. Я не советую вам его покупать. Для коллекционеров скинов можете, если у вас есть лишние бабки. Но для тех, кто хочет новый ножичек, лучше дождитесь пасса выхода на рынок. Потому что, ну, 7000, типа, за пас, это очень дорого за первый уровень. Типа, ну это вообще бредятина. Так, я уже купил. Мне интересно, что же мне выпадет. Это интрига. Добавили какую-то анимацию. Gold Pass открыт. Не анимацию добавили. Опа, мои награды. А, она тут сразу показывает. Нифига себе, она тут прям сразу показывает. Подожди, а она через инвентарь не показывает? Ой-ой-ой. О, граффити красивый выпал. Ёбик говно. О, по 350, кстати, тоже прикольный, но... Йосп! Йосп Пираста! Еще один. Секунду, в инвентарь, в инвентарь, в инвентарь. У-ху! Мне нож красивый выпал! Йосп Мираж! Статрековский! А это что за кнопка справа? А что за кнопка справа? Что за кнопка справа? Это что? Примени... Вот это вот, что за стрелочки? Применить! Еще и... Ой-ой-ой, какой красивый. И нож еще очень красивый. Давайте я еще БПшники куплю, потому что очень интересно. Блин, нифига, мне повезло, мне Юсп выпал. Аркана с Battle Pass выпала. Магомеду Али Айталиеву хотя бы когда-то в жизни. Это же единственная аркана в пасе. А, калаш еще. Ладно, надо калаш выбивать, короче, сейчас. Оплачиваю еще пас. Еще пас поплачивает. Блин, не, прикольно. Не, честно, рад. О, впервые повезло мне с батл пасом. Наконец-то. Так, купил еще уровни. Так, что же выпадет? Калаш выпал со второй покупки! Ну и говняный нож, конечно. Ну калаш выпал со второй покупки! Калаш нафиг выпал со второй покупки. Не, может я с третьей покупки... Третий калаш выбью, только статрековский. Давайте проверим. О, граффити аркану выпал! Выбило, выбил. Так, давайте еще. Короче, вот под эти перчатки очень сильно подойдут. Надо будет потом запуститься в игру. И показать вам за этот ножик новый. Так. Давайте я еще Battle Pass покупаю. Да блин, что я делаю? Короче, еще Battle Pass покупаю. Блин, калаш новый выпал, класс. Вообще по кайфу. Или они сделали так, что 100% выпадает, типа теперь аркана, я не знаю. Ну короче, калаш новый выпал, это факт. И добавили дигл нахер! Нахер мне дигл! Это что за ошибка? Не понял. Пожалуйста, братанчик. О, еще панки бы упали, вообще классно было бы. Ну, ладно. Так, купил еще уровни. А, ну сейчас выпало говно. А, у меня ножик два раза подряд одинаковый упал. У меня нож два раза подряд одинаковый упал. О, граффити три арканы выбил.
Ну и остальное все такое себе. А, у меня нож дабл-бусса. Ну-ка, давай еще раз. Я хочу калаш аркану. О, этот, статрековскую. Статрековский калаш хочу. Так, хочу статрековский калаш. Еще покупаю Battle Pass. Не, обнова, честно, прикольная, но я на карту еще не запустил. Сейчас надо будет на карту запуститься. Давайте пока на карту запущусь, я Battle Pass купил. Закрытое лобби. Заодно оценю, как выглядит скин. О, Дун соревновательный. О, его добавили в ММ. Раши, все будут играть новую мапу и все будут нубами. Так, очень большая. Склад, улица, отель, базар. Зачем мне базар? Новый кал... Ой, какая... анимация крутая, честно. Винтовки, калаш. Ой-ой-ой, юспик не могу взять, потому что я затесор, но сейчас я перейду. Блин, калаш очень красивый, честно, клянусь. Наконец-то они начали делать... Сюда даже стикеры не хочется клеить. Охренеть! Это чё? Из CSGO мапы начали добавлять, типа, делать вот такие вот преграды для перестрелки. А ну-ка, она простреливается? Да, она просто... Чё, со звуком калаша еще раз мне не послышалось? Как будто бы как-то изменили. У калаша как будто бы звук как-то изменил. Ладно, пофиг. Так, короче, тут бы хопить можно. В корзинке ребенка найти. Так, карта. Что тут прикольного? Ага. Тут можно, короче, буститься, да? Да, тут можно буститься, по всей видимости. Ну, чтобы посмотреть пиксель. Так, это у нас что, это мид? Нет, это не мид. Это что за кнопки? Вот это что за кнопки? Что, метки появились? Так, тут можно забуститься, чтобы посмотреть. Ой-ой-ой, как красиво. Ну, водичка, конечно, не прям ахти. Но, типа, для телефонной игры вода, ну, типа, выглядит красиво. И Бесса, блин, красивая мапа. Отвечаю, ну, без шуток. Я хотел засрать ее, но, ну, вайп CS 1.6, честно. Ну, как будто бы CS-ка, реально, 1.6. Не CSGO, а именно CS 1.6. Очень большая мапа, будет тяжело играть на ней. А ну-ка, звук есть воды? Да, есть. Хотя бы добавили, спасибо. Так, где тут мид? Так, это колодец. Ага. Надо пройти на базар налево туда. Так, это мид. Это мид, короче. Тут с двух сторон часто будут... Вот тут Савика будет тип сидеть часто. Так, тут у нас склад. Ага. А-сайт. Так, давайте по а-сайт пройдем. Блин, красивый. Красивый, красивая мапа. А-сайт очень такой закрытый. Тяжело будет играть, наверное. Вот тут вот можно будет с Абиком стоять, ждать противников. Для опорников КТ, ну, типа, сделали хорошие позиционки. И за теров тоже будет удобно выходить. Смок можно спокойно дать. Все можно дать. Ну да, прикольная мапа. Давайте еще оценим юспик новый. И все, в принципе. Ой-ой-ой. Ну, блин, ребят, ну он реально красивый же. Но он реально, ну, типа, он очень красочный скин. И красочные скины реально залетают. Очень залетают. Ну, еще ножик вот этот вот. Ой-ой-ой. Ну, этот не особо мне нравится. Ладно, все, пофиг. Идемте, зайдем, еще посмотрим, что мне выпало. О, ну то, что дигл добавили, мне не понравилось. Тупоголовые. Так, инвентарь. Что мне тут выпало? Что мне выпало? О, Дамаскус. А он у меня уже есть или нет? А, дигл выпал. Говно для тупоголовых. А у меня Дамаскус уже есть или нет? Мне просто интересно. Потому что... О, граффити еще арканы кучу выбил. Нормально, они будут по 500 голды стоить. Обсидиан у меня есть. Все, нормально, окей. Дамаскуса у меня нет. Блин. Да я не могу. Ладно, пофиг, короче. Дамаскус применили. Нет, не применили. Сейчас я применю Дамаскус. Еще хочу левела купить. Последние. За КТ. Так, все. Последние левела применяю. Так, сколько тут у меня? Ну да, все. Последние левела мне осталось купить и все. Так, Battle Pass. 75 уровней. Очень дорого БП. Честно. Очень дорого. Это глобальная обнова. И у меня, чтобы вы понимали, на Battle Pass уже ушло... 11, 16, 20 тысяч. Сейчас уходит 24 тысяча. Очень дорого. Очень дорого. Клянусь, дорого. Я не знаю, почему так дорого, но это вообще, ну, unreal. Ну, типа, оверпрайс слишком для такой игры. Не знаю, чел должен будет как-то беспалево у мамы карточку украсть, чтобы закинуть такие бабки.
И у нее должно быть миллионы денег. Мне опять этот Фингел Флейм долбанный упал. Нахер мне этот Фанг Флейр, блин! Уберите нахер! Три штуки мне выпало, говно! Дайте мне коллаж! М16 еще выпал. Все, последний левел. Говно упало просто тупейшее. 49 левелов. Последних. Окей, давайте кейс откроем. Ой, прилетело там что-то. Use Purple Camera. Ладно. Так, все, еще левела купились, последние. И на этом мы заканчиваем, потому что обнова прикольная. Карта очень понравилась, потому что... Блин, мне тут Тинькофф пишет, что я этот подозрительные действия совершаю. Так, сейчас. У меня купился новый БП. А. У меня продублировался, еще один Дамаскус упал. Еще нахер один Дамаскус упал. Но я хотел новый зеленый нож! Ну нахер мне еще один Дамаскус! Ой, блин, а, малина, нахер мне два Дамаскуса или три? Три... Раз, два. Да блин, вот это вот клир. Флейер еще долбанный упал. А, еще. А, это Финг Флейер мне упал. Подожди, раз Финг Флейер. Раз Финг Флейер. Подожди, секунду. Секунду, мне просто. Два, три Финг Флейер. Ну понятно. Мне три Финг Флейера упало нахер. Нахер мне три Финг Флейера. Раз, два. 3, 4, 5, 6. Там, блин, боже мой. Мне, я хотел вот этот вот себе выбить. Клин, вот этот зелененький хотел. Ладно, пофиг. Короче, что сказать по обнове? Еще раз. Карта прикольная. Ножи прикольные. Юсп красивый. Калаш красивый. Карта новая. Ну, реально красивая. На ней надо будет тренироваться играть. Насчет верификации, бред полнейший, то, что дают только тем, у кого есть подписка с контрактом Axelbolt. Что еще? Добавили вроде бы как дуэли, апнули оружие, если что. Калаш ваншотит, теперь надали М-ку, С-ку, пофиксили. Глок апнули, теперь 740, когда убиваешь, получаешь сразу же 600 долларов за килл. Увеличили, получается, бонус за килл с оружия. Вот, и все, в принципе, что там еще по режимам, что тут есть? Дун 6-6. Дуэль, типа Бридж, Темпл. А, вот тут еще карта есть. Темпл, это Сакура измененная. Бридж, это Сент-Я. Че, блин, еще три мапы какие-то, ну, ни хрена себе. Ну ладно, мы их проверять не будем. В общем-то, ребятки, всем спасибо огромное за просмотр. Такая обнова вышла, и всем пока. Дайте верификацию.